Веками люди пишут про любовь, пытаются ей дать определение, придумать формулы, стремятся вновь и вновь и разгадать любви предназначение. Что это? Грех или высший дар богов? Безумие, награда, наказание, миг озарения или основа всех основ? Слияние душ или плотское желание? Как отличить любовь от нелюбви? Где взять рецепт и как найти спасение? Измерить, как волнение крови? Как отличить любовь от наслаждения? И каждый век пытался дать ответ, умнейшие свое сказали слово. Сильна, как смерть, в ней жизнь, но смысла нет. Любовь – семья, и общество – основа. А до меня недавно вдруг дошло, мне сей ответ дала моя эпоха. Любовь не там, где с кем-то хорошо. Любовь, когда нам без кого-то плохо. –